Глава МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз усилить санкции против России. Но его коллеги из ЕС на встрече в Брюсселе, очевидно, ограничатся расширением списка лиц, которым будут заморожены счета и отменены визы в ЕС. В него попадут сепаратисты из Донецкой и Луганской областей. «Адресные меры против этих лиц необходимы», — сказал литовский министр Линис Линкевичус. «Такие меры работают. С их помощью мы можем изменить ситуацию». Главный дипломат Евросоюза Федерико Могерини подписала в понедельник соглашение о направлении в Киев советников для реформирования сектора обороны и безопасности. Она считает санкции лишь одним из элементов урегулирования украинского кризиса. «По-моему, Евросоюзу и министрам пора сосредоточиться и на других насущных вопросах, чтобы иметь широкую и полную стратегию», — сказала итальянка. «Нужно, с одной стороны, напомнить украинцам о необходимости реформ и содействовать в их проведении. Потому что лучший способ продвижения вперед – это обеспечить Украине успех. На этом должен быть наш основной фокус. А также на том, как возобновить и вовлечься в диалог с Россией». Министры иностранных дел ЕС начинают подготовку к расширению экономических санкций против России. Такой шаг могут утвердить главы государств и правительств ЕС на встрече в декабре.